Чё, блядь? А чё вообще? Вообще сейчас за хуйня, ебать. Война, ебать. Война. За Чебаркуль. Ну, за Чебаркуль. 22 число. 22 июня. Время не знаю сколько. Ну, нормально так. Правда, да? Ну иди, это заводи, прогревай. Только это я оставлю. Не покурить оставить. Да конечно. Часов там до дома? До дома, ну где, 138-139 дней до дома есть. Еще ебать пахать и пахать. Тяжко, тяжко. Тяжко, пиздец. Тяжко. Ноги болят? Мозоли на топтыши, все дела, бля. Армейская жизнь, бля. 15 бежал ты, блядь. Ебать, да ну нахуй. Два автомата, блядь. И то сейчас автомат на тебе не твой, блядь. Старший сержант. Да. Командир взвода. Автомат передал. На. Забирай. Как он? Нормально. Жить можно. Устал? Ноги болят, пизда. Ну это. Вот ты же сильно, блядь. Вот он крас. Это мой 42-й крас. Ну, в черные номера. Сегодня рессоры резать будем. БПА. Че фонарик горит, заебал он? Да пох, пускай горит. Я для тебя уебан. Затянись. Канистры. Их надо куда-то ебать. В ожидании, да. Ожидание поехать нам в Украину. Да. В эшелоны везите. Эшелоны, да. Заебаны. Вторые сутки уже не спим, бля. В парке пропадаем, бля. Ждем, когда же поедем на Украину. В ожидании всего. Войны, не войны. Подсумки заряженные. Магазины тоже. За Родину. За Сталина. Че, хватит уже снимать? Вот он, напоследок, нахуй. Блядь. А я нет. Сука. Ебать.